Виталий Кушнарев ушел в отставку. Сейчас спросим у ростовчан, чем им запомнилось его управление. Ничем. Ничем? Ноль полный. Такой молодой, так быстренько отказался. Чуть не то, наверное. Чернышова обратно. Ничем. Вообще не знаю, даже такой. Не знали. Абсолютно. Очевидно, маленький срок, наверное, на время. Это улица Станиславского, это улица Кушнарева. Ее надо переименовать в честь него. Не ошибается тот, кто ничего не делает, а он что-то делал. Ну, может быть, что-то получалось, что-то не получалось. Знаете, как у нас жизнь бывает? У каждого из нас. Мы живые люди. Вот он счел нужным, что нужно уйти. Я его не осуждаю ни в коем случае. Мы надеемся, что дела пойдут получше теперь в городе. Почище будет. В гостинице много туристов. После чемпионата по футболу были довольны, все чисто было. А теперь говорят, что с Ростовом, почему-то грязно. Запомнился, на Семашко снесли там незаконную постройку и пожаром запомнился. Как театралка горела, когда им земля нужна была. Потом людей как посылали, ничего нигде не устроиться, не купить не могут. Ну что, денег нахапал и свалил, что еще делать? Чернышов, а хоть... И идти лился с людьми, поэтому пошел выше. А эти просто надергали и убегали. Ну и что здесь это? Ну следующего такого же поставят. Но вы видите, какие дороги у нас хорошие? Отвратительные. Я такого не помню. Я вот мне 55 лет, я вот 55 лет прожил в городе воинской славе Ростов-на-Дону, я таких дорог не помню. Бродячие собаки. Это называется бесхозные и безнадзорные животные. Повсюду. Я считаю, ну если бы я ставил бы оценку, ЖКХ, водоканал, вы видите, что он понатворил с дорогами? Он испоганил все дороги города. Наш любимый водоканал, который на дверях ихнего транспорта написано, мы работаем для города, мы любим город. Нет, по-моему. Его правлением выпал чемпионат мира, вот, и поэтому он все, ну вообще впечатление от этого события, все сгладили.